Здрасте. Арарюшечка, обия. Какой-то там отель. Отельчик. Я сохраняться бегал туда в самое начало, но тут нет нигде часов, чтобы сохраниться. Ну, в начале есть. Тут что? Пистолет можно? Я знаю, что тут есть точно пистолет. Видел много скриншотов, где есть пистолет. Бля, артов, не, ну артами это не назвать. Арты это то, что рисуют. Прошлый раз мы не сломали, это, не взломали замок. О, что такое? Тут можно нажать? Замок. Там был пароль. Типа догадайтесь, какие буквы какие. Ну вот H8, да? Вот я, короче, да, перед серией, конечно же, скачал алфавит. Так, да, да, H это 8. Ну это понятно, да, то есть это подсказки. Это все по... Что это было сейчас? А он рукой так делает. Унита. Я как бы так и понял, что это так. Но вчера я уже просто устал. Апсе. А где пишите? Тут, да? Ага, AFG. AFD. Так, где моя картинка с алфавитом английским? 1, 6, 4. 1, 6, 4. H. Это 8. G. А, G. А. О, где G? Вот. 7. 8, 7, 1. 1, 6, 4, 8, 7, 1. 1, 6, 4. А, ага. А, тут можно было так. 8, 7, 1. Ага. Ну да, ну легкая. Не, ну понятно было все, просто реально. Это ульки, ничего себе. Даб, ага, от сортира ключ. Сейчас поссать сходим, значит, наконец-то. Не, ну это хорошая, блядь, не вижу себя. Алфавит за все забегораживает. Это хорошая новость, сать надо. Не по самши ходить. А, тут, кстати, еще вниз какой-то спуск, да, был? А мы ходили туда вообще? Мне кажется, что тут были какие-то насекомышки, да? У меня есть фонарик, кстати. Ой, что такое? Я же находил, да, фонарик? Это в этой игре был, я находил фонарик. Ну вот он, да. А как тебя использую? А, спасибо, ну это тупой способ. Есть какой-то полегче способ? Это камера. Да давай быстрее. Так, иксом? А, все, нашел, хераси. Ой. А, это противогазная девушка. Улучшить предмет. Очки используемые для улучшения снаряжений. Улучшить предмет. Вы подобрали предмет, используемый для улучшения других вещей. Ага, чтобы использовать очки улучшения. Очки улучшения. О, очки. Во. Чтобы использовать очки улучшения, перейдите на вкладку улучшения своего инвентаря. Чтобы там потом улучшить улучшение. Где? Ну вот. Где тут есть? Вот, улучшение. Могу фотоаппарат увеличивать дальность видения. Видение в темноте. Зачем? Не знаю. А, все, все, что могу. Я не буду улучшать. Зачем мне улучшать фотоаппарат? Я что, фотограф, что ли? Кстати, насчет фотоаппарат. Вот ничего нельзя увидеть, узрить. Интересное, проход какой-нибудь. Не, да? Ну, была бы рука, конечно, я понимаю. Ну, ладно. Фонарь можно достать? Достань фонарь. Достань фонарь, спасибо. Тут... Еще дальше нельзя, нельзя. А тут что-нибудь было? Была стена. Она там и осталась. Верно, но... Тут мы можем еще... Нет, не тут, вон там. Мы можем еще выше залезть. Тут дальше не пройти, да. Тут мы, короче, ключи от сортира наш... Блять, никогда не думал, что испугаюсь кролика. Просто вот... Че? Ама!
Вотс. Так. Будешь моей превьюшкой? Будешь ведь, да? Скорее всего. Ну, там дальше посмотрим. Вот тут-то вот. А, ну, типа, это показывает, что вон туда можно. Да, тут подсказки. Подсказки — это хорошо. Подсказки нам нужны. Без подсказок мы, наверное, смогли бы. Но все намного дольше бы происходило. А так, да. Это красный. А у нас синий WC. Понятно. Он на другом это... Тут тоже красный WC. Тут все красными ключами открывается. Ага. Что-то ты как-то стал медленнее, что ли? А. Да не, не этот сортир. Ну точно не этот, я же знаю. Вот тут где-то часы. Слышно просто их. А, оттуда я пришел, все верно. Угу. А там? Я точно не помню. Давайте глянем карту, что там. Серверная, комнаты. Угу. Тут же переходы. 606, 60. Ну, это я понимаю, да? Ага. Элевадор. Что такое элевадор? А, это лифт, наверное, да? Элевадор. Или это коридор, это элевадор. Неважно. Слишком сложно. Тут, да, нам нужны какие-то кусаки. Чтобы перекусакивать, но... Так. Идем по элевадору. Элевадор — это, наверное, коридор, да? Какой коридор? Коридор, точно. Коридор. Нашел тут коридоры, да? Но туда идти опасно. Тот коридор, идти опасно. Там элевадор, да. Да там. Что-то темненькое, да? Смотрите. Туманчик. Тут нет? Кстати, это... Почему одни часы на всю эту гостиницу? Ой. Ой. А это все время можно было открывать в прошлый раз? Да вы гоните. А, ну это на... Да на, снизу делать-то это. Ой, терпеть не могу, когда столько интерактивности, честно. Значит, столько пустых ящиков, как бы. Ну, их надо открыть, а вдруг какой-то из них не пустой. Вы представляете, да? А я его не открою. И все. Ну, вот видите, вот видите. Последовательность. Акуидж. Акуидж. Окей. Акуидж. Последовательность, значит. Да давай, эй. Ага. А тут, видите, да, значок этих каких сектантов. А ты не тикай давай. А то типа ты думаешь, тикаешь, как будто бы тебя можно заюзать, да, типа и сохраниться. Ну нет же. Ты обманываешь. А там еще же были, да, вон еще ящики. Че, а почему? А, сейчас не работает. А я типа, наверное, тут посмотрел, так вот, да, типа, не работает, да. И забил на те ящики проверять. А тут же... Акулидж был. Ждите. Не, реально нельзя. Ну ладно. Он, наверное, сам откроется. Возьмет так яд. А, ну или вот эти ящики я потрогал. Акулидж. Да блин, да ты пройди уже. А ты не шуми. Ага. А то как фотоаппарат-то прокачаю, будешь знать. А тут, да, вот тут мы только что были, да. Все верно, да. Теперь я врубаюсь, где я нахожусь хотя бы чуть-чуть. Тут есть проход, вот тут, да? Ага. Акулидж, точно. А тут синий сортир, все верно. Ну, зачем мне тут свет? А есть тут это? Сундук, типа. А, пираси. Интересная у вас вода. Ну так какая есть. Ой. А, вот эта кнопка садится. У меня непривычная кнопка садится, я привык на другую кнопку садиться.
Не, ну страшно у вас, что споров-то нет, ну. А кулить же. Ну тут я не буду, а вот тут мы почитаем, давайте. Лифт долго держался, но наконец вышел из строя, и теперь мне отсюда не выбраться. Помню, кто-то говорил, что запасные части должны храниться в служебных зонах 5-6 этажа. Но черта с два я пойду их искать по этой треклятой гостинице в одиночку, после всего, что мне пришлось увидеть. А, выделить, все понял, что... Черт, похоже, его надо починить, а то как-то иначе спуститься на первый этаж. Окей, починить. Чем? Ну, деталями какими-то. А чё я сижу? Не знаю. Хочу посидеть, видимо. Акулидж же. Так, ну ладно, пойдемте дальше. Нам дали патроны, но не дали пистолет. Так, тут так... Во, карта, кстати, да. Это 5-й этаж. Ибо тут не пройти, понятно. Это что значит? Не знаю. Отсюда я пришел. Вот отсюда. Да, вот, да. Нет. Тут мой... А! Акулич, короче. Не знаю, что тут вообще все значит это. Ну, идем, смотрим. А, окей. О! Пойдет. 4-е сохранение. Тут что, Акулич? Нет. А тут можете посмотреть? Так кого? Ага. И чё? И тут мне тут... Я что-то думал, типа это... Как это? Комнаты, которая... Типа... Сейф рум, во. Ну да, он сейф рум, конечно, споров нет. Но я думал, что тут типа можно еще сундуком каким-то воспользоваться. И скинуть это туда, всякое барахло. Акулить же. Все, хватит это слово уже говорить. А ты че отвернулся-то? А, в окошко смотришь. Там красиво, наверное, да? Так, ну давайте. Ну это мы поняли, да, уже. Это догадались. Вот тут. А, и микросхема. Что-то электронная схема, электронное устройство. Так, схема или устройство? Неважно, наверное, да? Ключ от 603-го. Хорошо. Металлический ключ красный. Это назад возвращаться на 6-й этаж. Не, ну окей. Я все понимаю прекрасно, как бы. Вот, посидеть можно. Было бы. Я вообще все... Все понимаю. Ну это... Сундуком-то можно воспользоваться? Ну реально, у меня места уже нету. А, можно воспользоваться? Брать сундук, конечно. Кусок марли. Не знаю, для чего мне. А, на глаза давит. Это мне тоже, наверное, нужна еще. Патроны мне, в общем-то, пока не шибко-то нужны. Давайте уберем. Убрать в сундук. Убрать в сундук. Ага, вот это мне пока не нужно. Я ж не... Мне ж это... Никто не бьет, да, не коцает. Я как понимаю, это можно бинты себе будет сделать. Схема панели управления лифтом на 5-м этаже. Ага, это мы сейчас туда заюзаем. Это верно. Ага. Акулич. А, оно типа не высвечивается. Нужно, если даже не горит, да, ну ты видишь что-то, то нужно жмякать кнопку А. Ну видите, да, нету, да, никакого обозначения, что типа можно его заюзать. А я типа жду, да, вот эти вот всякие вот, да, вот, вот эту вот штучку. Они вон обманывают. Вон они какие. Так это может тот ящик можно было открыть. А там какие-нибудь патроны. Пистолет, может, что-то лежал. Будет обидно, знаете ли. И чё? Не хочешь, да? Окей.
Так, тогда нужно вернуться. А тут мы знаем, что проход есть. Вот тут-то, да? Вот смотрите, да? Нет, так это не работает. Только с ящиком так работает. Ну ладно. Так, 603 номер меня интересует. Мы сейчас на 5-м этаже. Туда я пока не могу. Там насекомые, они меня это сгрызут. Я все понял. Мне бы пистолет, и я бы как бы чувствовал себя намного уже лучше. Ну, просто так расслабился бы. Может, сюда воткнуть? А, да, тебе это уже не починить, да, мы это поняли. 603. Она просто карту глянуть и все, да? Ага, вижу. Вот это, да? Ну да. Это верно. А почему ты красный? О, колыбелька. Ага, ключ пропал. Кто? А, ты дама в лесу. Все понял. Туда не пройти. Лесенка загораживает. А лесенку не убрать. Логично же, как можно убрать лесенку? Это просто невозможно. У меня причем такая же стоит. Вот. И я все, я тоже не могу ее убрать. Она вот у меня стоит, уже стоит. Я как бы не могу. Я даже если за лампочку, лампочку нужно вкрутить, приходится табуретку ставить, да? Потому что лесенку же не убрать. И повезет, если она стоит над лампочкой. Но она стоит-то просто в углу. О, что это такое? А, пульки. То есть мне пульки дают, а пистолет еще не дали. Может, я просто еще не нашел его? Ну, ладно, хорошо. Тут что? А, у меня же этот есть. Фонарь. Просто ручка, карандашов. А пистолет-то можно? Как бы... Чуть-чуть как-то непонятно. Даете, короче, да? Патроны, а пистолет не даете. Может, я реально где-то пропустил его? Может, он уже давно уже был? Я мог стрелять направо и налево. Ага. Три цифры. Направо, налево, понятно. А, так, давайте котиком все осмотрим. Может, кто-то на обоих записал пароль? Я таким грешил частенько. Потом... У меня были... Половина обоины была такая, вся исписанная в паролях во всяких. После этого я перестал это делать, потому что я сделал ремонт и забыл все эти пароли. Это не выход. Если вы так делаете, быстрее их копируйте куда-нибудь. Так кого ты садиться-то? Ну нету, тогда давайте искать какой-нибудь документ. Какой-то подсказкой. Хорошо. А ты не открываешься, только верхние ящички открываются. Ничего себе. У нас есть четырехзначный номер. Мы знаем, где он находится. Только не помню, что-то 46, что-то там, да? 97, кажется. Или 47, 96. Ну, или что-то в этом роде. Но тут трехзначный. Может, картину можно вместить? А че сюда пришел? Без пароля. Никакой записки тут не было. Тут были только чуть-чуть патронов и все. Ну что тут валяется? Ну нет нихера, да? Может, гитаре? Ну я не понимаю пока. Ну где ты? А. А ты не откроешься, шкаф? Не. Зря ты на Б кто не записал пароль. Вот просто зря. Я тебе говорю. А? Может, как-то можно увидеть? А, понятно. Никак тут не увидишь. Так куда ты сел-то опять? Другой кнопкой-то. У меня привычка как бы Б это скипнуть.
А тут Б, тут сесть. А нет, я думаю, гитары нет, гитара есть. А вот, смотрите, ящик. Ну хорошо. Ну хорошо. Давай. Так. Соединить. Ага. Использовать. Ага. Тут происходит что-то нехорошее. Началось все с того, что из номера 610 послышались громкое жужжание. И тогда впервые показалась девушка. Затем стали появляться те жуткие чудовища. О, гостиница пришла хана. Все разваливается на части. А чудовища как будто заполнили снаружи и внутри. Все. Все заполнили снаружи и внутри. Кое-кто пытался на улицу позвать на помощь, но они не вернулись. Мы здесь в заперти. Ни связи, ни еды. Боже. Такое чувство, будто настал гребаный конец света. И уж точно тут не обошлось без, ну, этой секты. Мне все казалось, что они что-то скрывают, но это... К этому никто из нас не мог быть готов. А оно все время было тут, все время, прямо у нас под носом. Ты пароль-то что не сказала? Ты зря, конечно, пароль-то не сказала. И где я теперь буду пароль тебе искать? Ну, типа, сюжет объясняется, что кого, да, происходит тут. Да, куда ты опять сел? Ну вообще, пароль не сказали, ничего не сказали. Тут какая-то колыбелька, намекающая на то, что там был ребенок. Может, тут можно пройти в этот номер? Не, нельзя. Не, нельзя, но... Ну ладно, найдем где-то, да. Тут как бы пароль-то будет сразу понятен. Там 3 направо, 4 налево, там вот это. Да понятно, что ты закрыта. И что дальше? Тут тоже что-то было. Так, вот это. А, мы это открыли. И что такое? А. Тут ключ был, да? Какая-то загадка, и мы, наверное, разгадали. Мы молодцы. Мы красавцы. Угу. Так. И что делать? И что делать? Почему так? Обычно все это все скрывается в одном месте, да? Эти пароли, загадки. Сразу все понятно, как это открывается. А тут даже намека нет. Куда бечь-то вообще, чтобы разгадать это все? Че толку, что мы сюда пришли? Если мы нихера тут не нашли. Или, может, как будто опять коробку не увидел, да? Стоит еще одна. Ну хоть на полу бы записала. Да, а что ты садишься? Поискать на полу? Может, на диктофоне что-то есть? Выбрать. Да, это мы поняли. Тут происходит что-то непонятное. А ты пароль еще и не записала. А там пистолетная лежит. Ну хоть намек, а, дайте какой-то. Ну ладно, пойдемте дальше. Наверное, сейчас какой-то скрипт запустится. Мы же типа кассету нашли. Чуть-чуть сюжета это узнали. У нас еще микросхема есть, которая не заюзалась почему-то. Пойдемте попробуем еще раз ее заюзать. Ну мы как бы... Нам нужна микросхема и что... А, ну да. Там проход через туалет был. Туалет. Какие-то часы тикают. О, здрасте. Их тут много. А, они туда, короче, это, передвигаются. Я понял. Не, ну молодцы. А тут у нас что было? А, тут нужен синий ключ и пароль. Понятно.
А тут, да, у нас вон штучка нужна. И топор, который мы не возьмем, естественно. Нахер, да? Нахер нам топор? Правда. Кто в наше время пользуется топорами вообще? Да, понятно, все, не возьмем, но... Там где-то часы, да? А, ну по обычные часы. Часы как часы. А че? А, это просто кусок был текстуры. Я понял. Ой, да встань ты. Тут пистолет. Может, где-нибудь в толчке? Нету? Может, какой-нибудь номер тут был? И мы не увидели его. А он был? Не, не был. Опять, да. Найди то, не знаю что. Да где вот это? Да вот сесть-то. Ищи там, не знаю. Где-то там, да. Ну вот, схема панели управления лифтом на 5-м этаже. Ну вот, использовать. Не хочу, говорит, использоваться. Почему? Это же 5-й этаж. Это наша схема управления. Что за бред? Хочу я спросить. Да знаем мы все это. Так, диктофон мы скинем, да? Убрать сундук. Он нам пока не нужен. Тоже уберем сундук. Все равно не юзаем ее. Вот это в сундук уберем. Ну, все остальное мы... Патроны не знаю, зачем с собой. Потому что мы их тоже как бы не используем. Ну, а вдруг? О. Не. Не работает. Ну, сохраняться нет смысла. Че я что сделал-то вообще? Ни хера я не сделал. Так, ну пойдемте. А, тут можно дальше было. Пойдемте, сходим дальше. Здрасте. А тут, кстати, это же был, да, туманчик какой-то. Так, что я сижу-то? Встать надо, что? Страшно, что ли? Мне не страшно. Я ничего не боюсь. Ну, только если девочку в противогазе. Ну. Он так вибрирует, когда все это находит. Я прямо так за него радуюсь. Он так радуется. О, запи... Нет, не почитать. Ну, идем дальше. Тут у нас... Типа 501 замурован, да? Ага. Ага, ну, сейчас. А 500-й? Не знаю. Тут что-то есть, да? А, записулька. И... Калькулятор. Что такое? А, это этот. Линейка. Рулетка. Ага. Ну, давайте почитаем. Мейджор. Сервис-менеджер. Это, наверное, сервис-менеджер, да? Мейджор. Уважаемый покупатель. Ага, уважаемый покупатель, на случай необходимости все ящики с инструментами оснащены стандартным кодом. Всегда носите при себе этот документ, чтобы вы могли открыть ящик, даже если забудете код. Открыв ящик с помощью заводского кода, вы должны будете задать новый пароль, чтобы снова его запереть. Представленный код 3010-5. Ну да, понятно. Так, взять... Ага, вот так вот. Ага, мы типа его выделили, да? Ну, давайте сюда сходим. А... Ну понятно. Да что ты садишься-то, все? Блин, почему не бэшкой, да, скипать? А так привычно бэшкой скипать. А тут бэшкой с... Ага. Бэшкой садится. Да включ... Лампа-то как? Я забыл уже. А, вот так вот. Нас же не убьют, да? Так, если только покоцаю чуть-чуть. Это было... Ага, это было на этаж выше, это 600-й был. А это 5-й этаж. Да бегай давай. Ой-ой, запутался. Да, 603-й же номер был, да, точно. Какие-то звуки там. Если не видишь, то не страшно. А звуки-то чё они? Раз они есть, а раз их не стало, и все, ну. Так. Документы. Вот это, да? 30... Вправо, 10 влево, 5 вправо. 30, 10, 5. 30, 10, 5. Вправо, это вон туда.
Да блин. А как дальше? А, понял. 30. 10. Пять. Ага. Что это? Ключ, шестигранник, инструмент механика. Не, ну я что угодно готов был найти, вот реально просто. Ну ключ, шестигранник. Не готов был, честно скажу. Вообще не знаю. Это типа, а, это чтобы раскрутить и поставить плату. Я правильно понимаю? Да, конечно, правильно я понимаю. Ой, да ладно ты там. Будет мне моргать. Напугать все меня хочет. Не напугать тебе меня. Так просто, по крайней мере. Каким-то морганием цвета. Давай покруче что-нибудь. Так, давайте сначала возьмем это плату, да? Ага. Так. Ага. Да. Одной нам хватит. А другой тут и нет, но. Так, сначала раскрутим, да? Ну, сейчас мы все мы. Я думаю, сейчас 4 раза надо будет нажимать. Да, да, да. Ты молодец, ты умеешь это делать. Красавчик. Ну да, но. Теперь нужно использовать. Ага. А двигать? Ага, двигаешь ты вот эту. Все, понял. Идти должно. Вот так, да? Получается. Они все должны соединиться. Тупо тут идет, да? Что за... Не, или да? Ага, во, да, во, во. А тут? Ага. Во. Во. Отсюда похер, да? Ну тут типа красненьким горит, видимо, да, отсюда должно идти. А куда идти? Куда бы тебе пойти? Ага, вот так вот. Ага. Наверное. Ну, вот это не похоже, что сюда. Вот сюда, видимо, должно прийти, да? Вообще. Или нет? А. Ага. 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 А, ну все понятно, сюда должно прийти. Вот так вот. Да, все. Доперло. Угу. Ага. Точно. Во. Вернее, вообще. Пятый этаж. Здрасте. Так. Ну, я недавно сохранялся тут легко. Да чтоб тебя, ну конечно же, ни одной кнопки нет на месте. Видимо, надо подниматься без вариантов. Куда подниматься? Вот же тебе. А, на седьмой, типа, есть только седьмая кнопка, все, понял. А ну вот тут есть третья. Шестая. А, шестой не работает. А, это пятый, это не три. На пятом мы находимся. Сюда можно будет кнопки вставить. Унятненько. Так, ну это мы нажмем. Сейчас мы тут посмотрим, что вообще тут творится. Ну ладно, на седьмой, так на седьмой. А, кнопка от лифта, блядь. Это просто есть. Это факт. Так, куда ее? Сюда, да, ставить? А, ну да. Не, пойдите. 5, 6, 7. А туда? Сюда? Ага. А типа нельзя кнопку 7 ставить на любое другое место, да? А, ну да, это типа да, разненькие, смотрите, да, вот эти тычечки. Нельзя. Вау. Понятно. Они типа, они решили объяснить это, да? Ой.
Это зачем мне тут? Не знаю. Говорю, наверное, с кем-то еще дополнительно, но отдельно для кого-то вещаю. Ну, поехали на 7-й, посмотрим, что там у нас. У нас творится. Подозреваю, тоже жопа, ну. И надеюсь, что пистолет, как бы это, я не пропустил нигде. И что меня сейчас какая-нибудь мразь не выгонит и не убьет. Здрасте. Красиво у вас тут. Ахматы. Оу. Ты чё? А, типа это отмена? Чё ты написала? Ну-ка прочитать. Так, да. А, да почему ты не перелистываешься-то? Чё за бред? Это мое досье. Листать, говорит, страницы. Ага, вот. А тут мы читали? Ага, прошло больше года, что... Да-да-да. Похоже, замки мне попадаются повсюду в гостинице, но на них на всех разные символы. Очевидно, они отпирают неким особым ключом. Однако меня моя профессия уж точно научила. За красивым и сложным замком всегда спрятано самое ценное. Ну, да. Окей. Двери, ведущие на 7-й этаж, не такие, как все прочие двери в гостинице. Выглядят очень замысловато, просто-таки впечатляюще. Интересно, эти номера чем-то отличаются от остальных? А, ну так это же номера сектантов, да? Смотрите, да? Это значок сектантов. Ну, значит, отличаются хотя бы свой... Вот тут. Типа, они придумывали значок, да, сектантов? Вот этот им не понравился. А вот этот точно такой же понравился потом. Потом они передумали, понятно. Довольно странное место для шахматной доски. Тут типа не хватает фигуры. Ага. Окей. Картины, что? Красиво. То, что, где? Ты что, кто тут в ушко подышал только что? Не надо мне в ушко дышать. Я... Что это написано? Доска с украшениями. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Хорошо. Так. Ничего нет. Ну и ладно. Да кого? Что нажать-то? Я... А, в бога. Почему бэшка нет? Не скипает. Почему этот вот странный... Вот... Всегда вот во всех играх, да, заметьте, с джойстиком, вот... Как бы есть какие-то стандарты, да? Но всегда вот вроде все так же, как у всех, но какие-то две кнопки обязательно будут работать по-кривому. Почему? Кто-то хочется оригинальничать или что такое? Для чего это делают? Бэшка — это всегда скип. Почему здесь это сидеть? Вот просто. Я не понимаю нахрен. Ну окей. Они художники, они так видят. Мы все понимаем прекрасно, да? Книжечки. О, часочки. Нет, не потрогать. Так, это дверь, да, между ними. Значит, эти штуки раздвигаются каким-то образом. Тут, да, смотрите, салазки. О, какое слово знаю, да? Салазки. Так, это само себя обнимает. Это когда вот 10 лет одиночества, да, и хочется обнимашек, ну как бы, ну одиночество же. И приходится вот так вот, ну. Ты откроешься? Нет? А чё так? Не хочешь? Какой диван хороший. Так, тут ну, то же самое все. Нечего туда воткнуть. Только если палец, ну. А вы о чем подумали? А я бы, кстати, ткнул, а чё? О, это взять можно? Нельзя? О, пульки, сука. Не, ну я все понимаю, конечно. Мне пули нужны, споров нет. Я подозреваю, это что-то типа, да, хорроров таких вот, где пуль тебе вечно не будет хватать. Но тем не менее. Вот тут можно наверх и можно вниз. Окей, пойдемте наверх. Я люблю больше... Его явно убили выстрелом.
Господи Иисусе, это же не человек. Ну да, что-то. Вот дырка, да, смотрите, какая-то. Ага, не похож на человека. Я с тобой согласен. Роберта, точно. Роберта же? Роберта, да. Ой, тут, ой-ой-ой. Ой-ой-бой. Здрасте. Ой, кровяха. Видишь, кровяху, иди туда, куда она ведет. Нихера тут у вас кровяхи-то. Шапу возьмешь? Я бы взял, одел бы, да? Как ковбой был бы. Правда, без пистолета. Так себе ковбой. А, ну, типа, пойдемте еще выше. Да, бля, страшно, конечно. Самое страшное во всем то, что нет пистолета, как бы. Я точно знаю, что он должен быть. Он есть, но не у меня. Наверное, у всех есть тут пистолет, кроме меня. А, ну тут мы поднялись до конца. Тут пистолет? А, ну тут патроны есть. Чего? Целься в сердце и нажимай спусковой крючок. Взять. 911. Это хорошо. Он сам отъехал? Это ты его-то? А! Ага. Ого. Ну я... Так, что прицелиться, нажмите ЛТ. Ну понятно, РТ. Твою мать, откуда эта ерунда взялась? А тут это... Ладно, ладно, я жив, уже неплохо. Так. Ага, я там вообще-то не дочитал, не досмотрел. И тут шкафчики, они не выдвигаются. Окей. Вот так, ага, ну да, оп. Ага. Ну ок, все. Ну живем, по крайней мере. Не так страшно? Да не, так же страшно. Да не страшно в целом, но страшно. Это я где? Это я... Где? Ну это же... Это самый верх гостиницы, да? Крыша вон. Как это называется? Пентхаус, во. Пентхаус, да? Это же, типа... Квартира на чердаке. Окей, почитаем. Да, я поднялся сюда, когда обрушилась часть гостиницы. Остальные попросили меня все осмотреть. Если мои расчеты верны, на нижних этажах угроза обрушения должна быть намного меньше. Также рекомендовано по возможности пользоваться лестницами в лифте при этих условиях слишком опасно. Также рекомендую по возможности пользоваться лестницами в лифте при этих условиях слишком опасно. Вот. Очень странно, как здесь все разваливается. Вообще-то такие гостиницы строят с большим запасом прочности, а здесь как будто действуют какие-то необычные разрушительные силы. Как бы то ни было, оставайтесь на нижних этажах. Подниматься наверх значит самим кликать беду. Розанна Лесерда. Розанна. Кликать беду, значит, да? Ну окей. А мы наверху, да, как я понимаю? Ну да, на самом... Ой, да ладно, идем, короче. Чё может страшного произойти наверху? Да нихера. Так, окей, патч. А почему потом, да, вот как бы... Он обдумывал это сначала мысль, как бы, да, вот такой думал, что же... И что-то написать надо в дневнике, да. Это еще что? Это существо так похоже на человека, но это не человек. Не может же это быть. Уже не знаю, что и думать. Надо как-то себя обезопасить. Ты уже себя обезопасил, у тебя пистолет. Что тебе еще надо? Два пистолета с двух рук? Возможно, да. Возможно. Это идея. Будет тут второй пистолет? А, ключ. Металлический ключ. Пельетеш номер один. Кто там на рояльке играет? Это, да? Продивогазик?
Ну да, логично, что это не отсюда. Тупо же, да, если ключ рядом лежит, зачем тогда вообще? Ну ладно. Мы умеем бегать. Как будто ствол, да, так вот еще этот. Как мармеладный ствол, ну. Мой мармеладный. Я не права. А что такое бильетеж? Ну это где белье лежит? Ну типа это от комода, да? Чё? А. Окей. Вот тебе бильетеж, оказывается. О! Это сейф рум. Спасибо. О, это улучшалка. Ой, это что такое? Да давай. Да возьми ты. Это. Да возьми. А, фигура, понятненько. Белый ферзь. А, это не сейф-рум. Тут нет сейфа. Чтобы он стал сейф-румом, да? Кнопочка. Какая-то восьмая. Ничего себе. Что можно скинуть? Ну, вот это скинем, да? Выбросить. Убрать сундук. Вариант с выбросить мне не очень понравился. Так, давайте осмотрим. Тут часов нету, что ли? Почему? То есть я сохранился, да, вот там вот внизу последний раз. Бильетеж? Что такое бильетеж? Вот почему вот эта комната называется бильетеж? Объясните мне. Бильетеж — это про билеты, наверное, да, что-то? О, здрасте. А вы все меня преследуете, да? Самый главный враг. Самый главный злодей. Так, а ну все, да. А, у нас это появилось. Фигурка, точно. Все. А как пистик? Вверх? Вверх, все, понял. Пистик — это вверх. Тут все, сюда не пройти? Нет. Ты там все еще лежишь. Или тебя уже нет, и типа... А, нет. Что это все, блядь, значит? Не знаю. Ну, вот так вот. Ты мертв. Я правильно понимаю? Ты же... Ну, да, мы не будем тебя еще раз осматривать. Зачем нам? Так, мы вниз еще не сходили, кстати, в прошлый раз. А, ну все. В принципе, сюда и не надо было ходить. Что у вас там? Есть что интересного? Это седьмой, это шестой этаж. Да, 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 так, мы были на шестом этаже, да ведь? Ну да, у нас комната на шестом была. Точно, все верно, да. А на пятом это мы, короче, в лифт смогли попасть. А ты чё? А ты, а, нет, да, обнимашка. Да, это другая. Она-то как была накренена? Понятно. А. Видно. Ты на записку показываешь? А что там написано? Не знаю. Аж на записку, да, показывают? А нахер я это сделал? Кто мне объяснит? Че я за вандал такой? Но она реально на записку показывает. Оспортес. Форм. Чё? 1550 или 1330? Или плеви. Что-то за ней осталось. Для чего это все было сделано? Ну это раздвигается, это явно. Ну как только хер поймешь. Может, тут тоже надо уронить? А чё бы нет, да? Пистик-то достать. С пистиком-то все профитнее, чем без него. Без него-то страшно. Так. А, патроны и... Это что? Понял, да. Это, да, да, понял, да, да. Все понял.
Все, понял. Так, ну едем на шестой, значит. Едем на пятый, на шестом сохраним. Потому что на шестой мы не можем, да? А, можем. Ну только там дверь не откроется, да? Или откроется? А, ну тут типа на какой-то ломик. Тогда едем на пятый. Кто-то сейчас меня встречать будет, да? У меня же пистолет теперь есть. Страшненько. Так, сохранимся. На пятёрку. Да, зачем нам, конечно. Так, есть что скинуть? Нет? Так, сейчас нам на шестой нужно попасть. Рельску. Там кто-то ходит, да? Страшно. А... Да ладно, короче. Да хер с ним, ну страшно, если я же сохранился только что. Кстати, тут я смогу про... Так, как вот так, да? А, не работает фонарь? Интересно. Тут можно будет тараканов, как я понимаю, поубивать, да? И пройти дальше. А, ну сейчас мы сначала в комнату зайдем. Здрасте. А как перезаряжать? А, все понял. Спасибо. Ой, промазал. Пульку жалко. Вы навсегда, надеюсь, умираете? А, он исчез, да? А ты? А ты нет. Так, вот отсюда, да, комната? Да. Какие долгие анимации. Здрасте, дядя кролик. Медленно идем. Так, нифига я уже патронов истратил. Вы чё? О, кнопка 1. То есть на, вниз я все-таки спущусь. Это, а, патроны. Патроны я люблю. О, улучшалка. Блядь, черная дыра. Так, у меня вообще-то их 3 уже, если что. Во, можно впись... Что это даст? Увеличит максимальный боекомплект, увеличит точность прицельной стрельбы, улучшает кучность. Да? Ничего не надо. Вот реально просто вот, ну ничего не надо. Ну боекомплект хотя бы, да, он имеет смысл, но на данный момент ничего не надо. Ничего не буду качать. То есть это бесполезные как бы навыки. Я выделил, а? Скорострельность у меня какая? Стрельнул, подумал. Глотнул чего-нибудь, да, там, что-нибудь еще сделал. И чё? Опять в камеру смотреть. Тут ладошка была нарисована. А во, что-то есть. А. Простой бинт. Ага, я, кстати, понял, как это. Тут же соединяешь, да, типа, это есть крафт. А, я ж тут кнопку 1 нашел, ё-моё. Что-то туплю. Кнопку нашел, но туплю. Интересно. Забыл про нее. Так, ладно. А-а-а.
пробеги ты, дурак. Во. А как использовать так, видите? Ага. Я думаю, что не надо, да, на него патроны тратить. Что-то мне кажется, что это я его не убью. Мне надо просто пробежать. Он же не пойдет за мной на первый этаж. Он тут и не пройдет. Тот сделал такое. А? А, ну я сделал все правильно, по всей видимости. Типа я ползу сюда, да? Да, блин, патроны заряд потратил. Вот просто реально. Так. А, ну вот цифра 1 сюда, что ли, вставляется? И? А, что-то грузится. Море. Дом в лесу. Это следующая глава? Или опять флешбеки какие-то? Давай, мы уже близко, я чувствую. Эй, кажется, я что-то нашел, вижу свет. Ага. Матис, позови его, скажи, что мы что-то нашли. А, Матиас, Матиас. Матрас, короче. Эй, что такое? Эво, ярче разгорается. Погоди-ка минутку, что за шум? Что это? Убийца. Ничего себе, сколько же я проспал. Сколько ты проспал? Ох, голова болит. Ой, хет, ну. А ты кто вообще? Это сохранилось, да? Было сохранение, как вы считаете? Или если я сейчас это... Мне все перепроходить? Есть тут способ это узнать? Пусто. А ты кто вообще? Блин, надеюсь, сохранилось. Вон какие-то эти штуки есть, помните, да? Тоже так же открывается. Да по-любому сохранилось, но это бредом бабует, если не сохранилось. Но если нет, да, не будет обидно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!